Бисмиллахи Аллаху Мухаммад. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи уважаемые телезрители. Мы приветствуем вас, как всегда, на передаче «Противостояние света и тьмы». Как всегда, мы пригласили нашего гостя, шейх Курбана. Шейх Курбан, саламу алейкум. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Шейх Курбан, мы хотелось бы продолжить нашу тему. Мы с вами, на самом деле, много о чем говорили, даже не вспомнишь так. Но Одним из обсуждений было именно, если говорить, основное наше обсуждение касалось именно испытания, то, что Всевышний Аллах испытывает, можно сказать, разными путями нас, и мы перечисляли, перечисляли как поражение, также перечисляли победу, разделение. Хотелось бы, чтобы вы сами напомнили и продолжили тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين إلى قيام يوم الدين يا прежде всего приветствую дорогие телезрители мы говорили обсуждали и рассматривали ясный довод, ясное доказательство. И по поводу этой суры мы коснулись определенных моментов и увидели, что эта сура посвящена именно разделению и причине этого разделения. Вокруг чего основано это разделение? Угу. И обнаружили, что разделение, причины разделения является ясное знамение, ясное доказательство. Потому что Всевышний говорит, Лам кафару, мин -мушрикина, мин -китаби -мушрикина а что неверующие, они не были и отделены до тех пор, пока не, не пришло ясное знамение, ясный довод и доказательство. И в дальнейшем Всевышний дает понимание того, что есть баина, точно так же, как и в других сурах Священного Корана, определяет, что есть дикер на самом деле. Потому что гад дикран расулан в другой, в другой суре Священного Корана Всевышний говорит, что он не спасал вам напоминание ком является посланник. Я Который читает, который демонстрирует. Ятлю не может иметь отношения, не может быть воспринято как книга. Потому что некоторые растолковали Расул как книгу, посланника как книгу. Но Ятлю, Ятлю это уже совсем другое. Ятлю уже дает понимание, что на самом деле речь идет о его светлости. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи То есть, в этой суре, суре Ясные Знамения, мы видим, что Этим доводом и доказательством, ясным доводом и доказательством является Его Святость Посланник Аллаха mm -hmm. Если мы обра... И также мы обратились к преданиям, хадисам, и это также можно обнаружить и в аятах Священного Корана, что продолжением этого ясного знамения являются наместники Посланника Аллаха ﷺ. Они на самом деле не являются чем-то отдельным от Него. Как, например, говорится в суре Ашамс, а ва и Валакамари ва и талаха И в преданиях говорится, что под солнцем здесь подразумевается его светлость посланник, а под э луной подразумевает его светлость повелитель правоверных. У -у -у. То есть из этой суры мы также понимаем, что наместники его светлости, посланник Аллаха, саллаллаху, они являются теми, кто отражает, кто демонстрирует и выставляет на показ свет Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, и алейхи и Они являются отражателями его света. Именно через них просачивается в этот мир свет его святости Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, и алейхи и салям, который является светом Всевышнего. То есть из преданий, из аятов Священного Корана, и в преданиях это более очевидно, в преданиях «Ассаламу аля худжатиллахи лбалига» или, как говорит имам Садыг, что мы являемся доводами Аллаха. То есть и сам Всевышний говорит, и в преданиях это повторяется неоднократно. Таким образом, доводом Аллаха является посланник и та структура, которую создает посланник. В первую очередь, конечно же, в лице его наместников, его халифов, его васий, хуляфа и авсия его наместников и халифов. Это в первую очередь. И основная работа возлагается именно на них, в отражении этого света посланника Аллаха, этого ясного знамения. Конечно же, здесь есть продолжение у этих наместников. У самих наместников имеется продолжение в лице ученых. Но опять-таки, каких ученых? Тех ученых, которые призывают именно к свету посланника Аллаха. Демонстрируют. Свет посланник Аллаха, ага. они демонстрируют а, нечто выдуманное от себя, потому что мы в преданиях, которые мы засчитывали ранее, в предыдущих, мы говорили об имамах и руководителях, которые не назначены Всевышним. Ага. О каких руководителях идет речь? О тех, которые возглавили какую-либо группу, которые преподносят себя как лидеров и имамов, но они не назначены Аллахом, и при этом они призывают к своим измышлениям, к своим, к своему учению, а не учению его Святости Посланника Аллаха и его наместников. И это структура, эта структура его Святости Посланника Аллаха в лице его непорочных наместников и в лице праведных ученых вся эта структура и, конечно же, праведных верующих, это не обязательно ученые, и верующие в этой структуре имеют определенную роль. Конечно, совершенно незначительную по сравнению с той ролью, которую играют наместники, которую играет сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, но все-таки какая-то роль есть. Возможно, мы еще коснемся, какая роль, что это за роль, и посмотрим на яд священного Корана, что там говорится. Таким образом, мы, в суре Аль-Байина, ясные знамения, обнаруживаем, что эта структура его святости, Посланника Аллаха, саллаллаху созданная им структура, созданная им, если хотите, цивилизация, она является, это ясное знамение, и она является причиной разделения. И почему я говорю структура? Потому что мы говорили из самого аята, обратите внимание, я просто напомню, что ятлю, сухуфан Мутахара, который читает при чистой скрижале чтение, как демонстрация, mm -hmm. мы говорили. То да, есть демонстрация, говорю. и практическое воплощение. Mm -hmm. Сухуфан Мутахара, фиха кутубу на Хагима. Mm -hmm. Это практическое воплощение этих причистых скрижали, в которых содержатся предписания, на которых держится достоинство и возвышенность и mm -hmm. благородство, которые являются основой благородства. Без этих предписаний невозможно развиваться. Невозможно эволюционировать, невозможно достигать духовных высот без этих предписаний. Об этом говорится в священном Коране. Таким образом, мы здесь обнаруживаем, что ятлю, то есть демонстрация, ятлю это не просто чтение, да, чтение это как один из видов, когда человек, например, читает знамения Всевышнего, когда читает священный Коран, он тоже демонстрирует доводы Всевышнего, угу. выставляет на показ, угу. на демонстрацию, довода Всевышнего, но это один из видов проявления демонстрации. Еще большим, большей демонстрацией является воплощение в жизни этих практических заповедей, которые имеются в этих причистых скрижалях. И наилучшим из видов этого практического воплощения это создание цивилизации на основе этих предписаний. Создание целой цивилизации со своими учеными, со своими представителями в разных сферах, в разных областях и так далее. Угу. И это есть ятру, Настоящий ятлу, в этом и заключается. Это апогей. И это то, к чему стремится а, вся человеческая история и к чему придет вся человеческая история. Угу. Что вот эта вот структура, созданная его светлостью посланником Аллаха, саллаллаху ва салям, во времена восстания имама Махди, фараджаху Шариф это практическое воплощение этих предписаний, оно достигнет своего апогея и будет создано э, во всей своей красоте, во всей своей красе, э, это, это цивилизация, цивилизация посланника Аллаха, саллаллаху <связан> алейхи Валихи ва и история движется именно к этому. Это есть ятлю, и это есть демонстрация, настоящая демонстрация. Поэтому мы здесь обнаруживаем, что это явление, и эта демонстрация, она является причиной это ясное знамение является причиной причиной разделения до этого до этой демонстрации до как бы это идет постепенно пошагово угу. и когда демонстрация достигнет своего пика достигнет своего пика и разделения но вся человеческая история это процесс разделения угу. постепенного разделения с одной стороны проявляется проявляются знамения Всевышнего, в структурах посланников и со времени прихода Ислама, структуры Его светлости посланник Аллаха Хотя, конечно же, и предыдущие посланники, они входят в структуру посланника Аллаха Мухаммада но это уже отдельная тема. В каком смысле входят в структуру? Они тоже являются продолжением Его учения это угу. Его учение, это да. как бы Его свет, они также отражают Его свет, но это отдельная тема, не хотелось бы угу. его касаться хотел просто вскользь упомянуть об этом, потому что мы как-то затрагивали эту тему. Так или иначе, мы видим, что постепенный процесс, то есть этот процесс разделения, он по мере того, как проявляется знамение, по мере этого идет разделение, идет отделение. Это мы наблюдаем, как в предыдущих религиях, мы говорили о том, что до прихода христианства иудеи не были отделены от веры. Угу. Это были верующие. И даже более того, обратите внимание, мы, если обратимся к Священному Корану, Всевышний очищал иудейский народ и возвысил их, по-настоящему возвысил угу. через испытания, которым они подвергались у Фараона в Египте. Что в Священном Коране говорится: они убивают ваших детей и оставляют живых ваших женщин. Да. Через эти страшные, мучительные испытания иудеи возвысились, но когда они возвысились, это были верующие, это были возвышенные сподвижники и те, которые уверовали в пророков и иудейских. Они возвысились mm -hmm. через это испытание, но среди них была примесь. Эту примесь нужно было очищать. И в том числе это очищение происходило через следующее знамение, знамение христианства. И когда пришло христианство, они отделились. Ушло это все, что вся эта примесь, вся эта лживая лицемерная примесь, она ля uh -huh. то есть всевышний не спасал еще знамение чтобы вы... определить лжецов и мы здесь uh -huh. видим что редко кто последовал за ису и, uh -huh. и более того они убили его подвергли uh -huh. то есть как они пытались убить точнее или как они утверждают что убили а то есть была попытка uh -huh. покушение на убийство так или иначе они отвергли его и тоже, та же самая история повторилась и с христианством Апостолы, приближенные Его светлости Иса, алей -салату -салам, они очищались через испытания, но поколения, которые пришли дальше, они, им, им нужно было пройти это испытание. Испытание новым знамением и более яснейшим знамением, знамением, которое принес Его светлость посланник Аллаха, и когда пришел Он, произошло дальнейшее, также происходило в дальнейшем это разделение. Мы это видим в Гадирхуме. Гадирхум это яснейшее знамение. То есть, обратите внимание, назначает после себя достойнейшего из людей. Его святость посланник Аллаха, саллаху алейхи, алейхи Это величайшее знамение Аллаха. Когда последующие поколения мусульман должны были быть возглавлены его святость Алибн Абитальбам, алейхи, алейхи салам. Гадирхум, события Гадирхума, когда ясно, четко при, в присутствии сотен тысяч своих сподвижников, своих последователей, его Святость Посланник Аллаха, Саллаллаху алейхи назначает наместником своим, халифом и преемником своим назначает Его Святость Аль-Абнаталь, До этого события мы видим испытания, Подвергались сподвижники мусульмане подвергались испытаниям. Кто-то из них пал мучеником при Бадре, кто-то пал мучеником при Ухуде и так далее. Так или иначе очень многие достойные сподвижники пали мучениками. Всевышний угу. забрал их как шахидов, как мучеников. Угу. Но в дальнейшем необходимо было испытать. Испытать в том числе и знамением. То есть испытания происходили не только поражением, как при уходе, но и знамением, новым ясным знамением. Очевидным знамением, байгина, коим служил а, Гадирхум. И а, то есть, это происходило с предыдущими пророками и посланниками. То есть когда умирал а, посланник, то его ума, его община испытывалась его наместником, последуют они за ним или нет. И точно так же происходило, подобное испытание происходило с теми, кто последовал за его святым Салем Абдалимом Али Каждый раз, когда уходил из этого мира имам, и на его место приходил его наместник, его халиф, Следующий имам происходило это испытание. И из-за этого мы видим эти течения разные, исмаилизм, заидизм. Они все были подвергнуты этим испытаниям. Они возникли в результате этих испытаний, когда ясные знамения приходили после предыдущего имама, когда назначался следующий имам, и отказывались те, которые по-настоящему не уверовали, не были благодарны Всевышнему, и отходили от этой прямой линии преемничество его светлости Посланника Аллаха и отходили от этой структуры, от этой цивилизации Посланника Аллаха То есть ясные знамения. Uh -huh. Каждый из имамов, имам Садыгали а салату yeah. это яснейшее знамение Аллаха на земле. Но мы видим, uh -huh. что после его отца группа отошла. После имама Садыгали салату опять группа отходит, опять группа отходит. Идет постоянное разделение идет. То есть ясное знамение является причиной разделения. Является причиной этого разделения. И это мы постоянно наблюдаем. А до этого разделения, обратите внимание, до этого разделения, до, точнее, ясного знамения, до пришествия этого ясного довода и доказательства, имеется взаимовлияние и имеется смешение. В чем это взаимовлияние? заключается взаимовлияние заключается в том, что неверующие аль кадибин как сказано в Священном Коране, те, которые лгут, говорят неправду. Ну, мы разъясняли, что значит неправду говорить, говорить неправду. Мы неоднократно об этом говорили и обсуждали этот mm -hmm. вопрос. Эти люди и эта структура, структура тагута, по сути. И чем она отличается от структуры верующих, мы еще коснемся в будущем, кое-какие mm -hmm. особенности и качества затронем. Эта структура таута, она не готова отделиться, она не готова отойти и оставить в покое и отказаться от влияния на структуру посланника Аллаха, mm -hmm. Она яростно и жадно требует изменение этой цивилизации посланника Аллаха, саллаллаху алейхи Хочет перевернуть ту цивилизацию, которую создал его Святость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи Хочет перевернуть с ног на голову его ценности. То, что мы видим, то, что мы видим, эти тауты, которые пришли, которые пришли после его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи именно они Привели современное мусульманское общество к тому состоянию, в котором он сейчас находится, с перевернутыми абсолютно ложными ценностями и идеалами. Это перевернутая структура, перевернутая цивилизация Его Светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вали алейхи, алейх, Они послужили причиной этого. То есть они не хотят отходить, они хотят быть приближенными, они хотят находиться, хотят возглавлять структуру, цивилизацию посланника Аллаха салялаляху и не, готов, не готовы отказаться, не, ко, не готовы проявить себя. Они угу. хотят поменять ценности, они хотят влиять совершенно на все. Сегодня посмотрите то, что мы наблюдаем в сегодняшнем мире, современную эпоху, это ярчайшее тому свидетельство и доказательство. Они влияют на все, в частности западная цивилизация, то есть они создали свою собственную цивилизацию, целую цивилизацию со своими ценностями, своими идеалами и своими стандартами. И при этом эти стандарты, даже не идеологические, даже не духовные стандарты, порой, они хотят, чтобы эти стандарты были по всему миру, чтобы не было ни одной страны, ни одного общества, ни одного этноса, которое бы не восприняло бы эти стандарты. Они хотят, чтобы... Даже в мелочах, просто обратите внимание на эти мелочи, такие как общественный транспорт, просто общественный транспорт. Они не готовы на то, чтобы в общественном транспорте все было иначе, не так, как у них. Они не согласны, они ненавидят, они ведут пропаганду против тех случаев, когда женщина от мужчин отделена. Ну да в общественном транспорте. Угу. Это же казалось бы мелочь, не такой уж идеологический, не такой уж идеологический момент. Я был в одной из мусульманских стран, где э, в метро угу. были вагоны посередине по поезда, угу. которые были общими, а по краям были э, раздельные, то есть по, с одного края были мужские, с другого края были женские такие то есть, несколько, буквально несколько вагонов, uh -huh. но э и в этой стране, в этом городе, точнее, было очень много иностранцев, очень много иностранцев, и они, я видел, что постоянно ездят женщины, иностранки, не мусульманки, uh -huh. ездят именно в этих отдельных вагонах, которые Посередине. предназначены для женщин, им комфортнее а, так, а, то есть, которые предназначены для женщин, да, да, да для, для женщин, да, для женщин, именно uh -huh. для... это комфортнее, это удобнее, это да, лучше, да. им было спокойнее ездить вот так. Но та цивилизация, которая была создана тагутом, она не хочет. Она высмеивает это. Mm -hmm. Высмеивает открыто и скрыто высмеивает. Подвергает это сомнению в разных формах и так далее. Mm -hmm. Обучение. Да. То есть образование, да, это серьезный вопрос. В образовании хотят влиять, хотят, чтобы именно изучалось, обратите внимание, сейчас вся наука по всему миру, она практически подстроилась под стандарты западной науки. И они mm -hmm. через свои организации, через ООН, через образовательные организации мировые, они создают стандарты, под которые должны подстраиваться абсолютно все страны, которые входят в организации Объединенных Наций. В том числе, mm -hmm. вот буквально несколько лет назад было принято постановление, этой организации ООН, которая как бы обязывает страны, которые подписали, конечно, эту, это постановление, и обязывает преподавать а, в школах, а, про, то есть освещать вопросы половых отношений между мужчиной и женщиной и в эту в эту программу освещения половых отношений включается и также то что нужно преподносить ребенку что отношения между одними и теми же полами это практически является нормой uh -huh. То есть они влияют на все, проникают во все стороны жизни, они уже хотят, они не готовы отказаться от того, чтобы повлиять на то, как вы воспитываете своих детей, как да. вы рожаете своих детей, как вы плодитесь, как вы строите свою семью. И даже более того, в более мелких и незначительных вопросах, в таких как одежда, в таких как питание и так далее, то есть смотрите... Посмотрите на мир сегодня угу. и оглянитесь на прошлое хотя бы на 50, 60 и 100 лет назад. Мир был совершенно иным. Люди одевались согласно своей культуре, своим каким-то обычаям, были какие-то определенные виды и роды, было разнообразие. Сейчас это разнообразие сведено практически к минимуму. И тот тип, который мы можем практически встретить в каждом городе, и то одеяние, которое мы можем встретить, в каждом городе это западный тип это западная одежда и так далее и это не, не не ограничивается этим вопросом как вы разговариваете как вы думаете на что вы хотите обратить внимание на mm -hmm. что они хотят ваши то есть образ мышли мышления образ мысли ценностей которые для вас являются важными и значительными на все и это влияние. Конечно, мы говорили, зачем это влияние нужно, зачем это смешение нужно. Нужно для того, чтобы дать шанс им исправиться. Им. У них должен быть шанс, чтобы примкнуть к цивилизации посланник Аллаха саллаллаху И с другой стороны, очистить от всех лжецов, потому что те, которые лгут, на самом деле не являются теми мавали-ресуль. Не являются теми, кто доверился и передал себя наместнику, посланнику Аллаха или его наместнику, халифом Аллаха на земле, эти люди начнут засматриваться на эту цивилизацию и будут притягивать эту цивилизацию Атагута угу. своими от дунья, своей роскошью, своим расцветом и так далее и тому подобное. То есть, с одной стороны, дать шанс неблагодарным и очистить верующих от Изнутри, очистить их изнутри. Поэтому, согласно этой суре священного Корана аль байина это, это взаимовлияние будет продолжаться до тех пор, пока не, при, не придет к полному очищению через посланника и его структуру, структуру вилаята, структуру наместничества, угу. которая в свою очередь создает отдельные структуры, структуры в виде ученых групп, ученых групп верующих, групп бойцов и так далее. Тут имеются разные структуры верующих, угу. которые создаются опять-таки являются продолжением этой структуры. То есть бойцы это не только вооруженные, то есть это даже в последнюю очередь вооруженные, это в первую очередь совершенно другие информационные угу. фронты, научные фронты угу. и так далее. То есть эта структура довольно-таки обширная, да, во главе его стоит посланник Аллаха, саллаллаху, алейхи ва -салям, который отражает свет Аллаха, который является яснейшим доводом Аллаха и продолжением которого являются его наместники и его халифы. Угу. И а, эта структура в конечном итоге должна, из, согласно этому этой суре Священного Корана аль она должна при, 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 привести и историч, человеческую историю завершить полным разделением, угу. когда уже через это ясное знамение неблагодарные Алладыина кефару они совершенно отделятся, уже откажутся, они потеряют э, веру. Угу. Потеряют веру на то, что смогут повлиять и изменить цивилизацию посланника Аллаха ﷺ. И с другой стороны, мы будем наблюдать единство. Опять-таки, в той же суре Аль-Баййина сказано ма То есть они после этих знамений разделились. Обратите внимание, они не только отделяются, но и разделяются между собой. Угу. Аллаху алию ладейна, аману -нур". Что мы говорили по поводу данного аята священного Корана? Всевышний является покровителем тех, которые уверовали, выводит их из всех видов тьмы, и вводят в Единый Свет. Угу. А Та'гуд выводит своих доверенных, те, которые доверились Ему, те, которые были неблагодарны Единому Богу, вводит их из этого Единого Света и вводит во все разновидности тьмы. То есть тьма имеет разные разновидности. Угу. История, исказ о свете, Сказ о вере и неверии является историей и сказом о правде и лжи. Правда всегда одна, а лжей много. Да. И, и поэтому а, эти они также между собой разделяются. То есть они также и разделяются между собой, не только отделяются от веры, но и разделяются между собой. Но с, одной, с другой стороны, со стороны цивилизации, его святости, посланника Аллаха, мы наблюдаем совершенно обратное, наблюдаем единство. Объединение. Mm -hmm. И это объединение происходит именно вокруг посланника Аллаха وسلم, и его наместников. Потому что mm -hmm. в Священном Коране сам Всевышний об этом говорит. Не разделяйтесь, держитесь за верь Аллаха и не разделяйтесь. То есть Всевышний в Священном Коране говорит, что держаться за в Аллаха – это единственный способ быть едиными, не разделяться. То есть способность объединить разных людей с разным э, талантом, с разным образованием, с, с разным мышлением, э, с разным воспитанием, э, с разной культурой, с разными нациями, с разными языками и mm -hmm. так далее, и так далее. коими являются верующие, mm -hmm. цивилизации верующих. Объединить всех этих людей способен только посланник Аллаха, саллаллаху и его наместники. Потому что мы обнаруживаем, что его света с Алибн Абиталиб, это предание дошло до нас в Тохиды Садука, является Сахи uh и муснат, Сахи и -huh. муснат. Тохиды Садука дошло от его света который говорит, uh -huh. Я являюсь той самой вервью, крепкой вервью Аллаха. Я являюсь крепкой вервью Аллаха. И в других преданиях мы также обнаруживаем, неоднократно говорится о том, что именно наместники, Непорочные наместники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи васлам, являются той самой вервью, угу. за которое Всевышний приказывает держаться. И, и сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи валиссалям, в, 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 в мутава... мутаватер предании, угу. обратите внимание, это предание является мутаватором. Оно дошло до нас как в суннитских, так и в шиитских сборниках является мутаваторем, в том числе и в сунницких сборниках. Угу где э, посланник Аллаха саллаллаху алейхи говорит, что я оставляю для вас две верви. Mm -hmm. это книгу Аллаха и мое семейство, mm -hmm. мое непорочное семейство Агляль Бейт. Поэтому с этой стороны в цивилизации его Святость Посланник Аллаха саллаллаху и в обществе верующих происходит объединение. И это объединение возможно обратить внимание, mm -hmm. возможно только через объединение вокруг вилаята вокруг руководства непорочного семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи Курбан, спасибо вам большое. Я думаю, эта передача послужит еще одним вкладом в единстве верующих по воле Всевышнего Аллаха. И мы просим, чтобы Аллах даровал единство верующим и отделил неверующих от верующих. Спасибо Курбан, вам большое за эту встречу, речь, за это выступление. Мы с вами прощаемся, продолжим на следующий передаче. Уважаемые телезрители, на этом все. Иншаллах, мы ждем вас на следующей передаче. Ассаляму алейкум ва бракет. ва баракату.